Привет, мужики. Лапка, ты что такой злой? Да вот сын после песочницы ноги не обтряхает. Полная машина песка. Не сын, а засранец какой-то. Причем здесь сын? Просто закажи себе автомобильные коврики от компании DAVCAR. Более 500 цветовых решений. Оригинальные крепления изготавливаются индивидуально под твое авто. А самое главное... Что? Они удерживают в себе до 1,5 килограмма грязи, пыли и, конечно же, песка. Идеально. Здорово! Это детям, а для вас автомобильные подушки от компании DAVCAR. Дети довольны, родители спокойны. Сыночка, любименький, да играй сколько хочешь, ты чего, я тебя подожду? Ссылочка в описании, а по промокоду ГВОЗДИ будет хорошая скидка. Господи, ну сын, ну в чем проблема-то, а? Ну в чем проблема нормально пожрать сына? Тебе 12 лет, а ты ешь, как будто у тебя 12 IQ. Все, садись в машину, надоел уже. Папа, дверь не открывается? Ну конечно, это же не холодильник, так бы ты ее с петель вырвал, там же пожрать-то нечего. Вот, спокойно, все открывается. Книжки почаще открывай, может поумнеешь маленечко. Извините, это ваш сын? Да вот уже, честно говоря, не знаю. А что он натворил? Если ты ему под дверью насрал, имею в виду, тебя выброшу. Папа, это кот так делает. А, кот? Да какая разница, что ты, что кот? Оба млекопитающие. Ну вы что, ну так же нельзя? Как? Ну он же еще маленький, а вы с ним так разговариваете? Чего? Ну, психика не сформирована, а вы себе такое позволяете. Знаешь что? Умник. Че? Как? Ну как, сыночка, как это можно было сделать-то? Пап, нечаянно. Отдай ты швабру! Ты дом нечаянно разнесешь! Ешь! Ешь, я тебе сказал! Математика 2, русский 2. Ты кто вообще такой, Слав? Ты не гуманитарий, получается, и не технарь? Че, новый склад ума изобрел? Бездарь бесперспективный? Слава, уроки делай, садись! Я что, чтобы сидеть, что ли, до вечера буду? Где пульт от моего телека? Сына, где пульт? Я не брал! Да, господи, ну что? Ну я многого прошу, что ли, мне нужно так всего лишь, блин, пару минут с трудой. Я могу все объяснить, пап. Я не коллектор, мне врать не надо! Я больше не буду. Но вы знаете, все, я в принципе все понял. Нет, ты даже не приблизился к пониманию. Понял он, слушай дальше. Ну как так можно было испачкать штаны-то, а? Ты их еще и порвал, ты их еще и снять не успел. Иди сам стирай. Да как так-то, Слава, блин, ну она ж неубиваемая. Слава, что ты нажал? Бережная стирка. Совсем ты меня не бережешь своей бережной стиркой, Слава! Я тебе каждый день говорю, ложи все на свое место, тогда ничего не потеряешь, Слава! Клади! У тебя двойка по-русскому, что ты умничаешь-то? Где твои кроссовки? Я не знаю, где они! Слава, если сейчас их найду, тебе знаешь, кто их засуну? Ну как ты все так быстро находишь, пап, всегда? Быстро кроссовки ищи и мусор захвати! Ну как так-то, сын? Ну как ты мог выбросить пакет с нашими куртками-то? Пап, ну ты сам сказал выкинуть мусор! Сына, ты бы в этом мусоре еще 3 года бы ходил, а через 5 вообще бы мой мусор донашивал. Сына, ты еще раз телефон дома забудешь, я у тебя все игры удалю, понял меня? А как ты удалишь, он же не включается, пап. Че, пап, в кафешку? Пойдем в кафешку. Понял? Конечно, я вас прекрасно понял. И не понял. Надо меня здесь учить вообще. Естественно, вы... У тебя у самого-то дети есть? А, нет. О, ну теперь все понятно. Ну... Свои дети появятся, будешь их учить по книжкам, понял? А чё... Все свободен. Сыночка, в чем мой хорошенький? Давай садись в машину, поехали домой. Папа, ты мне мороженое купишь? Два сына купишь. Садись, мой бегемотик, мой любимый. Садись.